Гиля, ты показался сегодня одним из лучших в матче. То есть сейвы, которые ты совершал, это реально была фантастика. Как? Сегодня было неожиданное игру. Я уже сказал, я очень давно, у меня не было такой игры, которая так много работает. Но мы всегда должны быть готовы для всех, что посмотрим на игру. Давно не было таких игр, где было так много работы. Это недочеты нашей обороны или это сильная атака Шерифа? Нет, это бывает. Бывают такие игры. Они дома играют, много болельщиков приехало. И у них тоже мотивация очень большая. И поэтому я ожидал очень сложной игры, но не такие, как сегодня было. По такой игре ничья больше в актив или не очень довольны результатом? Ну, можно быть лучше. Но, конечно, мы на выезде играем. И всегда, когда ты убираешь любые очки на выезде, это хорошо.